Это заебись, конечно, блядь. Заебись. Я хочу выключить их. Мысль. Чтобы их выключить, надо их изучить. Тоже хуёво. Вообще не должно быть никаких законов. Для меня нет законов. Я могу обходить закон. Для меня законов нет. Для меня законов нет. Тоже опять, тоже такой стереотип, да? Чтобы не было законов. Дальше следующий идет. Чтобы, блядь, вот этот карандаш сделал, мне еще надо постараться. Ебанись, сколько преград. Кого стараться? Кого стараться? Все делать по щелчку, блядь. Сука. Как же это все обойти? Вот еще одна. То, что нужно все это обойти. Блядь. Одни преграды, блядь. В Москву столько преград для осуществления желаний. Это тоже нахуй хуйня. Тоже надо убирать, что в Москву много преград. Нету преград в Москву. Каких в Москву нет преград? Сами настроили все преграды. Короче, что же сделать с таким мышлением? Надо, чтобы все получалось здесь и сейчас. Понимаете? Чтобы желания на щелчок шли. Чтобы я хоп и телепортировалась отсюда, и ебанить нету, чтобы меня. Надо искоренить опять вот это тоже.